Мешает реклама, нажмите крест. Всем привет. Вот я приехал в парк Сеула. Сейчас мы посмотрим, какой здесь парк, как тут отдыхают люди. И сегодня планирую здесь переночевать. Посмотрим, как тут возможности. Будут переночевать или не будут. Такой чудесный парк здесь. Пикники устраивают, спортом занимаются, в принципе, как и везде. Отбой. Вот я уже в парке. Купил лапшички за 1900 вон. Сыр плавленый где-то за 1700 вон. И пивасика чуть-чуть. Потому что, блядь, пиздец, как скучно. В таком огромном городе они... Надо с кем-то познакомиться. Народу здесь много. Девушек много, симпатичных. Потому что всего несколько дней в Корее. Тайский я раньше тоже не понимал. Но спустя 2 года я его стал понимать и говорить стал. Так что вот так. Такое бывает. Thank you.
подходит. Вот и таечки. И таечки. Корейки подходят. Видео снимать. Красиво у нее голос поет, красиво, мелодично. Я пойду ее слушать и отвечать на ваши письма. Всего хорошего, до связи, прием.